Какие красавцы! Лодка синяя, дед с бабушкой желтенькие. Ух, красота! Прям мне под мандулу. Вот он, очередная находка. Самое печальное, что вон на винт намотал. Все это надо как-то отрезать. Представляете, сколько плетенки кто-то оторвал. Ну, воблер, ладно. Вот это все, видите, сколько намоталось шнура. Короче, такая вот жопа. Сейчас будем убирать плетню. Вот. Утро. Время 6 утра. Идем на рыбалку. Ветра вообще нет. Ну что, поедем на Белый Бакин. Посмотрим там рыбу, попытаем счастье. Ну что, распустились и пошли. Выход с ямы пойдет сейчас. Вот он, Белый Бакин. Хорошее место. Здесь вот ниже яма, и мы пробиваем с нее выход. Так что посмотрим, что тут по рыбке будет. И будет ли вообще она сейчас здесь клевать, я имею в виду. Так-то рыба есть. Вон, 6,6 на 7. Рыба есть, но будет ли она брать? Сейчас мы это проверим. Ну какой красавец. Давай с лодки дуй. Ну, дрынь. Ой. Ну, топырка. А тут тот, которого я только что отпустил. Короче, у меня тут и рыбалка, и все вместе. Очередной клыкастик. Хотел посмотреть на юзурика. Ну такой, съедобный уже клыкастик. Да? Съедобный? Съедобный. Ну вот. На такой вот волне ловлю. Вот он, очередная находка. Самое печальное, что вон на винт намотал. Все это надо как-то отрезать. Представляете, сколько плетенки кто-то оторвал. Ну, воблер, ладно. Так что дрейфуем, потому что тут не обрежу, это надо. Вот это все, видите, сколько намоталось шнура. Короче, такая вот жопа. Сейчас будем убирать плетню. Ну что, операция и другие приключения.
Ну что, вроде все. Вот такие приключения за одного воблера. Теперь надо отсюда отгребать, а сюда... А, ветер дует. Ну что делать? Так. В лодке бардак, это рабочая обстановка. Ой. Ладно, поехали. Ну все, на полуподня там. Фу, вышли с маяка. Сейчас мотор опущу и попрем. В общем, эта гадость везде, даже на 9 метрах. Просто вот везде. Ну вот что тебе делать на 9 метрах, а, зараза? Иди ты на миляк. Ну что, вот она и трешечка пожаловала. Офигенно. Короче, после любой большой поимки меня почему-то пытается окружить. Блин, достали. Ребята рыбачат с собакой в лодке. Вон, два рыбака и собачка. Итак, сегодня помимо судака, щуки, я еще ловлю снасти. Вот поймал мандулу, поймал воблер. Так вот, короче, чищу реку еще, заодно от приманок. Ну вот, аккумулятор у меня сдох, продолжает рыбалку без эхолота. Так что, ну, кто знает и умеет, тот поймет, что без эхолота с помощью воблера все можно понимать. Ловим без эхолота. На волне, короче, блин, все как через одно место. Наверное, щупак опять, зараза. Или уже сошел. Но поклевка была. Не, вон он. Сидит змей. Сидит змей. Сегодня, кстати, работает. А, ты куда? Иди отсюда, я тебя не звал. Сегодня работает вот бродяга, 14 цвет, видите, уже побитый, но работает. На самом малом ходу, вот воблер идет по дну, чиркает, и значит все у нас получается хорошо. В общем, дорожка по старинке. Ну как, троллинг под дорожку. Весел нет, но и холодный нет. Щучка, наверное, опять. Блин, как вы мне дороги вот эти вот, что сзади.
Нет, друзья. Это судачело. Это судачело. Видите? Из эхолота ловим. Да ладно ты. Топырка. И кстати, это наша покраска. Юра красил, который красит бродяг. Так что покрасочка у нас работает. Работа воблерами. Что там? Ну что-то маленькое, но в любом случае клюет. Клюет. Это с этой волной. Это задница. О, наш знакомый корефан. Щукевич пожаловал. Вот он, гад. Гаденыш. Ну что, работаем без эхолота, чуть-чуть укрупнились. Вот так вот. Что-то маленькое, но напоминаем, работаем без эхолота. Щупак опять, зараза. Не дают мне толком эти щупаки проходы сделать, хотя, ребята, это судачело. Это судачело. Вот он. Смотрите, как красавец. Да? Ну что, беги, вот он. Буль-буль. Хоть бы спасибо сказал. Короче, вот так вот. И загораем, и рыбачим. Все уже, тепло пришло в Астрахань. Еще, ребят, смотрите. На одной палочке у меня стоит флюрокарбон, флюрик, поводочек, мои любимые, метра полтора. А на второй я вяжу напрямую. И вот сколько там уже, ну за утро даже там, 5 щупаков было, ни одного среза. Вот, поэтому... Пробуйте, экспериментируйте, еще раз говорю, не надо бояться, что щука срежет на троллинге. Да, бывает срезы, но это бывает, я не знаю, 1 из 100. Все. Ну вот, сколько ходим, сколько там людям я ставил, ни одного среза. Так что такие дела. А судака сейчас ищу вот на такой глубине, видите? Здесь он поклевывает. Именно здесь. Вот на 3 метрах. Сейчас. Сейчас буду смещаться на глубину. Пойдем попробуем еще 6 метров. Ну, вчера его там тоже ловили. Ну и попробуем выйти на 9-10 метров. Вот на проходе то судачок. То щупачок, то судачок, то щупачок. На ЛБшку. Ладно, беги. Вот не знаю, будет вам видно, нет. Впереди стоят на джиг, ну, наверное, лодок 20, если не больше. Ну, это не все. Чигуют.
Все, друзья, вот теперь уж точно весна, видите? Все уже цветет. Все в цвету. Красота. Смотрите, какой. Да. Ну что, дружище? А? Что ты? Ты все попрошайничаешь, да? Ах ты попрошайка. Ах ты попрошайка, малый. Ну. Вот. Конечно, довольный, накормленный, да? И рыба, и мясо. Можно поворочиться. Пошли домой, жулик. Пошли. Народу на базе все больше, больше и больше. Так что, ну как все цветет хорошо. Все цветут. Прилетели. Жужжат. Да, рак вообще хороший. Уха. Сегодня уха. Сережка делал уху. И ух. Щуки, и щучьи икры. И щуки, и щучьи икры вообще, короче. Такая вот у нас кухня походная. Ну что, вечер будет вкусный.